Что-то необыкновенное в это морозное декабрьское утро происходило во дворе Развилковской школы. Веселая музыка и десятки танцующих ребятишек. Все они участники масштабного проекта «Самый видный новогодний школьный двор». Учителям пришла идея разнообразить традиционную предновогоднюю программу и организовать массовое украшение территории учебного заведения. Новый год – это веселый праздник. Новый год – это сказка, волшебство. Пусть она и будет царствовать в нашем школьном дворе. Каждому классу была отведена своя зона. Одни наряжали елки и кустарники, другие украшали заборы и малые архитектурные формы. Но недостаточно было просто повесить мишуру и игрушки. Оформление должно было иметь определенную концепцию и выдержано в едином стиле. Конечно, не без помощи родителей, но дети справились с задачей. Наш проект «Видно зима Простоквашино». А расскажите, почему вы выбрали именно Простоквашино? Мы очень любим этот мультик, он очень веселый и познавательный. Мы все вместе украшали. У нас получилось лучше всех. Многие классы игрушки сделали своими руками. Здесь можно было встретить снеговика из пластиковых стаканов, колокольчики из фольги или фигурки из поролона. Фантазия учеников не имеет границ. Чтобы оценить работы, праздник посетили Дед Мороз и Снегурочка, которые внимательно осмотрели зону творчества каждого класса. Сказочных персонажей впечатлили все экспозиции, поэтому и призы решили подарить всем участникам. У меня очень веселое настроение, мне больше всего понравилось наряжать кусты. Настроение веселое, мне понравилось то, что мы нарезали кустики всякие. Праздник был отличный. Что больше всего запомнилось? Дискотека века. Отдельное место было отдано почте Деда Мороза, где находились письма детей. Добрый волшебник, конечно, прочитает всю корреспонденцию и исполнит желания детворы. А организаторы надеются, что праздник станет традиционным и каждый год будет радовать школьников. Чтобы была как бы еще большая ценность в школе. Школа сегодня культурный центр Развилки. И очень хочется, чтобы как можно больше приходило к нам людей на наши мероприятия. Не только школьники, а еще их родители, а еще и просто жители поселка Развилка. С дискотеки начинали, ею и завершили предновогоднее мероприятие. Водили хороводы и плясали. Все школьники прониклись праздничным настроением. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Ольга Садовская. Видное ТВ.